Положите желтую монету на зеркало и шепотом произнесите эти слова. Одна из сильных практик на денежный магнит делается при помощи золотой монеты. К сожалению, найти сейчас такую под силу не каждому, но заменить ее можно на монету желтого цвета. Главное, чтобы она была в настоящий момент в обиходе. Например, отлично подойдет 10-рублевая монета желтого цвета. Эта волшебная монетка станет настоящим магнитом для ваших денег. Ее вы должны всегда носить при себе и ни в коем случае не отдавать в чужие руки. Данную практику вы можете проводить в любую фазу Луны. Главное, чтобы это была первая половина дня, и энергия дня и солнца будет способствовать увеличению ваших финансовых средств. В первой половине дня положите желтую монетку любого достоинства на зеркальную поверхность и шепотом произнесите над монеткой следующие слова. «Отойдите от меня, беды и несчастья! Деньги текут ко мне, не переставая, а богатство возрастает. Со мной удача, со мной успех. От проблем избавление, от долгов сбережение. Сказано, сделано, сбудется». Над монеткой эти слова нужно будет произнести 3 раза. После этого хранить эту монетку нужно будет отдельно от остальной мелочи. Эта монетка станет для вас талисманом для процветания, и она должна принадлежать только вам. Но если вы смешаете эту монету с другими деньгами, то таким образом вы лишите монетку этой денежной силы и энергии денег. Заговаривать эту монетку можно столько раз, сколько вам это нужно. Попробуйте данную практику, и вы увидите, как в скором времени у вас начнут меняться события. Появятся люди, которые будут предлагать вам новую работу, давать какие-то новые задания, которые смогут вам принести деньги. Волшебная монетка станет настоящим магнитом для денег. Надеемся, данное видео было для вас интересным и полезным. Желаем вам счастья и семейного благополучия. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Также будем рады вашему лайку.